Олег, намасте. Намасте. Ну, передавайте ваши приветы команде поддержки. Я безмерно благодарен всем тем людям, которые заботятся обо мне, которым судьба моя, которым не безразлична. Я чувствую это, я молюсь вместе с ними, я медитирую вместе с ними, я отмечаю в своем дневнике как проявление высшей силы, пара шакти, которая никогда не оставляла меня даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах и условиях. Большое вам огромное спасибо. Намаскар. Дханьявад. Это территория места. Вот здесь тоже есть местные жители. Здание, в котором Олег живет вместе с коллегами. Все, всем намасте.